Всем добрый день, 27 июня, Семиз. Аквапарк. Камеры хранения, туалет, раздевалки, душевые кабины, купальники, сувениры, очки. Я по льготному билету прошел за 1300. Вот. На улице очень жарко, по ощущениям где-то 33-35. Тут все в Леандре. Давай, цепляй. Семийский аквапарк, господа. Мне он особо не нужен, чисто вам показать. Морская вода здесь везде. 6 бассейнов здесь. Морская вода кругом. Души вон. Кабины есть. Камера хранения стоит 500 рублей. Там что-то залог какой-то. 250 потом назад вернет. И сверху там вон. Сюда пойдемте. Детский комплекс, волновой бассейн, медпункт, вип-зона, сцена. Я ехал на 107 туда, час 10 минут. Можете представить, он заезжает в Переис, в Алупку, на каждой остановке останавливается. Игорь, следующий, говорит. Маршрут, конечно, стрёмный, долгий. Это гора Кошка, с той стороны Семиз. Время уже 17:05, до 6 работает аквапарк. Здесь тоже пуфики есть, слушайте. Интересно. Прикольно. Здесь всего так много, столько точек. И здесь бассейн, и там бассейн, горки. Сейчас я цены найду, вам скажу, сколько чего стоит. Я сказал за себя 1300, я отдал по льготному тарифу.
как для местных 1300. То, что ты там пенсионер, все равно такая цена. Очередь туда, прикиньте. Две 700 целый день, 1700 полдня, 1300 льготникам. Молодежь селфи делает, фотосервис. Вип-зона. Что за вип-зона? Ну тут чисто, аккуратно, сразу скажу. Пойдемте до вип-зоны. Ну вип-зона, вон у них тенечки там, шезлонги там, все дела, короче. Мне надо искупаться, чтобы я... ходил нормально. Жарко на улице сегодня. Тут отдельно надо все платить, эти вип-зоны, там еще какие-то примочки. Туалеты такие вот здесь. На входе шмон, если в стеклянных бутылках у тебя там что-то оставляешь, у меня в пластмассовой бутылке была вода, пропустили, там много чего с собой нельзя, короче, тащить сюда. Слушайте, прям под деревьями. Как в парке прям гуляю. Морская вода кругом, поэтому, наверное, так дорого. 2700. 2700 это дороговато, конечно. Ну, на целый день. Там дальше Цивели, поселок Понизовка, через эти все деревни проезжаешь, туда попадаешь. Гора Кошка, там еще есть Панея гора. Скала Дива, Лебединое крыло. Можжевельник. Это можжевельник. А тут спуститься можно. Я не знаю, куда эта дорога идет. К выходу напрямую, наверное. К выходу. Вип-зона. А здесь уже как бы лес. Интересно, там забор вон вижу. Ветерок дует хорошо. Ветра и с неба вообще таскает лапы.
Так, Дубковик мы вроде прошли. Что, едем? Прикольно. Мальчик, не отошли еще, подожди. Вот теперь можно. Вон мужик под грибком стоит. Как этот, как сам, как гриб стоит. А вы работаете здесь, да? Как вы попали на детскую зону? А это детскую зону? Да. Я хер узнаю, как я попал. Спросите что-нибудь полегче. Откуда я знаю, где я хожу. Как вы попали? Я вот рюкзак где положил, теперь хер узнаю. Не найду рюкзак. Я действительно не могу найти свой рюкзак, где я разделся. Заблудился я тут. Заблудился я, сам не знаю где. Чудо чудное. Еще бассейн огромный. Тут справа еще. Надо же, я и не знал, что здесь столько всего много. Вот здесь, по-моему, я проходил. Где-то здесь мой. Народу прилично, однако. Как же я хочу искупаться. Но чтобы искупаться, надо рюкзак найти. Вот вопрос. Все его положил, не знаю. Капец там, братан, без слов. Я просто увлекался. Что-то меня аж дурно стало, блядь, не могу рюкзак найти, у меня там таблетки от панической атаки. Ё-моё. Бляха-муха, ну где я оставил рюкзак, блядь, а? Там уже выход. Саш, бегом! Я вроде где-то около этой трубы я ходил. Ролик называется «Как я искал рюкзак». В знаменитом аквапарке Семиизе. Ёлки-палки, а? Тут с волнами, смотрите. Хоть ноги помочить, ёпарасота.
Супер Пэрис. Просто Супер Пэрис. Ура, товарищи! Я рюкзак нашел. Ура, товарищи! Вот у этих волн был. Вода слишком теплая. Залез на самую верхнюю точку, снимая с высоты вам аквапарк Семииц. Красиво.
море. Пойду я на море, наверное. Тут везде вода теплая. Я тут минут 25 нахожусь, 30. Мне достаточно. Главное, снял я его. Можете по этой трубе уехать. Можете по той. Вон какая трубища. Что-то меня не прикалывают эти трубы. А, и ты здесь. Я чувствую засаду. Шейка какая красивая. А глазик какой красивый. Что за намеки с этими змеями? Что за намеки, непонятно. Эти повыше, надо дождаться следующего. А там нету никого уже. А во, вылетел. Смотрите, он докуда, до верха. И вон откуда. Рок-н-ролл. Пятки, наверное, вернее сердце, наверное, в пятках. В этом бассейне, где волны. Тут с музоном, Ну вот это что, это пицца, вот вам это надо? Я думаю, не нужно. Пойду я, что мне здесь делать одному старику, скучно мне здесь. Пойду на море лучше схожу. Море рядом. Там вода хоть прохладнее. Так, а где? А вон туда, вправо мне надо. Ну давайте дойдем сюда. Что здесь? Кафе какое большое. Вот вход здесь. Здесь стояночка. А вот эта сосенка красивая тоже здесь. Растет у них, как в Приморском парке. Это можжевельник, господа. Это можжевельник, тот самый, о ком я всегда вам говорю. Блин, ну запах, а. И вот чем жарче, чем от него сильнее, круче запах. Леандра столько, да, красиво здесь. Ну, скучно. Что здесь? Гостевой комплекс, аквапарк, конные прогулки. Кукурузенцы. Или это не здесь? Ялта Киевская. А, это реклама. Бахчисарай. Дедюля, 15-16 июня. Волну рекламируют. Я с нее спрыгнул, обвернул им номер вместе с их интернетом.
одна нормальная такая скамья. Вот, наконец-то я нашел себя в этом парке. Я узнаю места. Я узнаю места, где я. Я вижу камеру. Камеру, где я раздевался. Это выход. Да, очень интересно. Здесь раздевалки, туалеты. Эти душевые кабины. Фен даже есть здесь. Так. Тут, наверное, сохранять надо этот билет, да? А то без него и не выйдешь, походу. Я так думаю, не знаю. Я купил, потом пошел на шмон, показал билет, меня пошмонали. Да нет, выход свободный без этой канители. Я думал выходить тоже. Вы фотограф? А вы позировали сегодня? У нас день рождения сегодня. Было как-то. Да? Нам дали кружку там на рейтинг. Да, я поняла. Вам чего? Я тебе говорю, возьми еще 1-2. Тут есть банкомат крымский. Что-то еще вам показать. Где цены? Вон цены, господи. Я здесь покупал. Сейчас посмотрим цены. Посмотрим цены, господа. Цены на выходной билет. Где? Вот. Дальше. Бесплатный вход для именинников. Ну вот так вот, короче. Юбилейный зал, но это в Ялте. Проход закрыт. Если честно, я когда рюкзак потерял, я труханул, прям, я чуть не выцепил паническую атаку. Таблетки в рюкзаке же с уколами. Вот это я загнался. Слава богу, нашел. Сейчас я со стороны вам покажу еще море. Мне как туда спуститься, интересно. Туда вряд ли дойдешь, там каменисты, да это, до Семениза пешком бы дойти. Тут каменисты и все, тут ноги сломаешь. Ну тут охота искупаться, там где-то пляж есть. Там в море вода холодная, ну как холодная, 23-24, здесь в бассейне где-то тоже 24 примерно так, 26. Что-то в ледяную воду хочу я, одним словом. Вон пляжи там, Коцевели там. Мы так вот заезжали через Коцевели. Очень долго он ехал, автобус. Ладненько, всем до свидания. Пишите письма.